В Челябинской области удалось запустить котельную, из-за поломки которой 3 дня замерзал целый поселок. Сейчас подача тепла в многоквартирные дома, в которых живут 1500 человек, возобновилась. Но пока температура в помещениях плюс 12. Подняться она должна ближе к вечеру. На улице при этом около 30 морозов. В предыдущие дни было и вовсе ниже 40. Проблемы в одном из районов Троицка начались во вторник. Вышли из строя сразу 2 основных котла. Удалось запустить резервный, но и он начал давать сбои. Коммунальщики говорят, дело в некачественном мазуте, который не горит при сильном морозе.